Всем булгагашечки, ребята! С вами Андрей Геймс и Виталий Геймс. Сегодня мы будем играть игру... Как достать соседа? Calming Neighbor. Переводится по-английски. Да. Я даже успею прочитать. Я с английским не дружу, пацаны. Ладно, погнали. Потому что он армян и все. Так, мы это в первом видео еще говорили. Не, ну кто не знает, он такой. Ну, когда мы снимали в NAV City Location, первая ночь, ища, офигеть. Да уж. Ну-ка, никто не нападает, если честно. Мастер FNAF это он? FNAF? Мастер FNAF это я, у меня майка мистер президент с очками. Покажи им, Андрей. Йоу, детка. Ну все, возвращаемся к игре. Удивительная музычка. Да вот именно что музычку. Так, переставим. Да вот именно что музычка, Виталик. Нам этого не хватало. Как называется, берем оружие. Ну что, возьмем? Палку для бильярда. Сейчас я этой палкой такое им задам. Музычку, видите, я не слушаю. Ничего. Сейчас я эту сейчас очкарик, наверное, какой-то будет, сейчас посмотрим. Ну, так, такими черными. А вот кнопка для того, чтобы бить, да? Да. Сейчас, подожди, я ближе подойду. Вот. Чего? Подойти надо ближе. Не понял, как этим оружием пользоваться, блин. Подойди ближе к нам. Не понял. У них здесь станция. Ладно, я вернусь, но... Лучше поменяй оружие, Андрей Геймс. Итак, название просто Андрей. Не, ну прикольное имя, кстати. Эй, дверь еще закрывается. Ребята, вот это мое любимое. Лазерный меч. Вот именно. Вот это мне тоже нравится в фильме. Вот так. Всё, ребята. Зададим соседям. А, это бить. А это так. Все, я просто неправильно использовал. Ладно, ребята, сейчас мы им покажем. Все. Ну все. Не мега зазвись с этой музыкой. Сейчас, да... Управление здесь вообще бяка. Все, ребята, я им сейчас задам. Вообще люблю такие дерзкие игры. О, сейчас смотрите, как я его. Я поближе. Но! Отлично, мы убили его. Вот это сложно. Сейчас поглядите. Ты тёлку хочешь? Дистанцует. Ребята, кстати, это видео для 9+. Ну, вы понимаете, делки получилось такое. Так что не советую смотреть тем, кто меньше сестры Андрея. Это какой-то дебил вообще. Это мальчик. Ты мальчика убил. Какой ты жестокий. Ух ты! Бак какой-то. Он проскочил через окно. Он был опасный. Вот сюда. Крепкий орешек. Виталик, смотри! Получи ты! Падай на! А ну-ка! Пианист! Получи! Ты посмотри! А как музыка? А, надо его вырубить! Вот, выруби! Получи! Я не понял, а музыка как играет! Из той колонки поднимись-ка чуть-чуть вверх. О! Подойди ближе. Ага, получилось. А, колонки! Подожди. Так делаем. И...
нет. Если честно, ребята, у меня уже голова от этой музыки болела. Так, так. Так, ребята, продолжаем. О, а ну-ка. О, пудина. Извините за то, что мы приостановили видео. Да. Ну что ж, миссия как... О, а давайте им телек сломаем. Телек сломаем. Да, сейчас ломай телек. Но! Разбили. Разорвали на куски. Вот именно. Так, сколько здесь трупов? Как я говорил, где-нибудь что, спят? Ну, я как будто вырубил, короче. Как я и говорил, это видео для денег. А где еще соседи? Там еще и дверь есть. А, это лифт. Да. Все, ребята, короче, мы... Ну что ж, прощаемся, ставьте лайки. С вами был Андрей и Виталий Гейм. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал.